Ну что, я уже с закрытой оставил, вернулся в Кентаки. У меня уже на открытом стоят машины. Тут смотрите, какое расстояние оставил. В один инч, наверное. Ну, в общем, вот стоит, нужно еще один такой же забрать. Сильверадо, значит, я приехал на Кентаки. Мне сказали, что с трейлером все в порядке. Смазали один цилиндр правый и сказали, что все, забирайте, все нормально. Сейчас я забрал с аукциона Toyota 4Runner. Она весит 4400 примерно в паундах. Это как раз нормальный тот вес, который мы возим, с которым у нас возникает проблема, если мы поднимаем высоко машину. Поэтому сейчас приедут, лифт-гейт мы опустим, посмотрим, как оно работает. И будем решать, что с ним дальше делать. Он весит 2855 килограмм. Плюс-минус это та самая машина, которая нам нужна для проверки лифтгейта. Если лифтгейт поднимает с их грузовиком нормально эту машину, тогда мы заберем трейлер. Не знаю, кто его заберет, но его заберем, потому что я сейчас уеду немножко к Каролайну. И мы будем разбираться тогда с APU трака. Может быть, в траке проблема. Сейчас все работает. Более-менее работает. Now it's the sound. It's not sharp. Really? It's normally because it was a super sharp sound. Really? Yeah. Yeah. It's usually like what a scream, sound, you know? Like, but it's funny because every trailer, depending on like who plumbed it or something, they usually have a little bit different sound. But that's kind of a normal sound. Really? Sound for me. And yeah. Show me your gauge. Yeah, now it's not a problem. Короче, мы нашли причину, я подцепил свой трак. Причина во мне. It's already 7. Usually the RPMs are? Yeah, usually it's 7. Короче, вот. И вот она вот так поднимается. Медленно, медленно, медленно. Короче, несрочное давление в системе оказывается. А на их системе она прям взлетает. Вот и причина. И они смазали вот эти вот направляющие. Все, причину нашли. Скоро заберем его. Ладно, что в итоге сломалось? Пойдем покажу. Вот это вот колесико сейчас хотят подрегулировать и добавить мне холостых оборотов. И как только добавят, посмотрим, что получится, поедем дальше. Сюда я вот так вот встал, подцепился здесь магистралями всеми, как можно было. Тут у меня, конечно, уже паутина, выглядит не очень красиво. Но что есть, то есть. И посмотрим, как пойдет. Не то, что посмотрим, должно пойти. Если не пойдет, то я сейчас, кстати, решили с офисом, что я еду в Северную Каролину, довожу все эти машины, беру из Каролины что-либо на Мичиган, еду, бросаю все на Мичиган, либо на Чикаго, и возвращаюсь за прицепом сюда просто головой. Беру прицеп в любое время, я знаю здесь код, кому надо поделюсь. И все, забираю прицеп и едем дальше уже снова на Инклозите, на моем любимом. Потому что, я вам скажу, ощущения такие, что на открытом-то не хочется работать после закрытого. Совсем другая тема. И другие машины, и эти... Я сегодня полдня бегал по аукциону, чтобы достать машину. Ну, ничего хорошего нет. Хотя машины не грязные, обычные, аукционные. Ничего такого нет. Вот стоит это самое Такома. Не Такома, кто он? 4Runner. А, Такома это с кузовом, а 4Runner это просто вот та же база. Но, кстати, машина очень-очень-очень мне прямо она зашла. Смотрите, там что у них сзади. Рама. Это рама, пацаны. А с рамой всегда хорошо. Где ездить? Правильно, по всяким говнам. Поэтому, если живете где-либо, берите такому. Это маленький Прадо, по сути. Там внутри, более-менее. Руль, наверное, даже от Прадо. Очень похоже. Вот такой руль. Все такое по-спартански, большое. Управляется очень удобно. Панель приборов такая тоже незамысловатая.
мне кажется, все Toyota имеют вот эти кнопки для управления стеклами. Вообще все. Это розетка, подогрев дворников. Очень редкая херня. Подогрев сидушек есть. Значит, эта кнопка опускать заднее стекло. Ну и люк. Здесь есть люк. Вот такие. Это кожзамные сидушки, чтобы не моралось. Или бы хорошо чистилось, уж не знаю. Сзади тоже норм. Подушки безопасности много. Короче, хорошая машина. Мне она нравится. Если бы я жил где-нибудь на селе или близко к лесу. Ну, прям классный вариант. Да, здорово. Захожу в палат, чтобы показать вам, какую еду лучше не есть. Или то, что вы едите или пьете. Сколько это откладывается у вас в боках. Значит, всякие разные чипсы. Смотрите. Просто смотрите на состав. Сколько калорий съедается. 150. Это в одной пачечке, которая весит меньше 100 грамм. Значит так, дальше. Допустим, вы захотели хапнуть, ну, любой энергетик. В нем 230 калорий в обычной вот такой вот банке. И потом я скажу, вы запоминаете цифры, я скажу, сколько это будет вам стоить времени, если вы занимаетесь. Бутылка колы 240 калорий. Значит, дальше попкорн. Немножко попкорна. 170 калорий в порции и 460 во всей этой пачке. Грубо говоря, нужно 4 пачки, чтобы вы дневную норму калорий себя обеспечили. Дальше. Таститос – это кукурузные чипсы. Типа полезные должны быть. Значит, здесь 140 калорий также. Ничего полезного здесь я не вижу. Сахара единственное, что нет, и это хорошо. Значит, пойдем дальше. Пойдем дальше, посмотрим. Та-дам! Мясо. Вот. Мясо меньше 100 грамм. И здесь... сколько здесь калорий? 90. Из 90 калорий, 11 грамм протеина. Ну, белок здесь есть. Значит, сколько здесь сахара? И 6 грамм сахара. Более-менее, кстати, еда. Сладкое мясо. Здесь что? Дакота, джерки, терияки. Тоже какие-то слайсы мясные. Значит, здесь 200 грамм и 80 калорий. Неожиданно, но это прям пока что фаворит. Значит, пойдем дальше. Шоколадки. Нет. Ну, пусть будут печеньки. Или вот такие батончики. Пожалуйста, 200 калорий. Дальше. Что мы здесь еще видим? Давайте найдем какой-нибудь стандартный, ну, не знаю, печеньки. Вот, Oreo. Несколько там печенек. Это все опять на 400 калорий. То есть любая пачка печенья от 140 до 400 в легкую. Пойдем посмотрим на Pringles. Вот, пачка Pringles'ов. 150. Пакет фисташек грешен, я их ем. 150 калорий, но единственное, что я ем их, они хватает на 4 дня примерно. Они соленые, жареные и очень вкусные, мне очень нравятся. Значит, дальше, что у нас здесь есть? Миндаль. 170 калорий, я тоже не думаю, что вы его за день съедите, хотя вы можете, я знаю. Пойдем далее. Мы обходим стороной все супер сладкое. Ой, кошмар. Вот это вообще ваш убийца и сохраняется все в ваших боках. Сникерс. Сникерс 210 калорий. Ладно, я вам заранее скажу. 50-минутная интенсивная тренировка, которую я вам позже покажу, сжигает порядка 400 калорий. Вы тратите на это час времени, свои силы, съедаете 2 сникерса и забыли про тренировку. Можно все это впустить в унитаз.
Дальше, пойдем дальше, знаете, нормальную еду. Значит, энергетическая вода. Она, кстати, не самая вкусная, если вы видели ее по телеку, 80 калорий у нее есть. Гейтер не самое лучшее, что можно пить. Значит, здесь что, бургеры? Бургеры, бургеры, на них здесь есть, бабам, 600 калорий, бам, прилетело вам. В день вы должны съедать от 1500 до 2000 калорий. Значит, сжигать вы будете, дай бог, 1000. Все остальное в жир. Поэтому тренировки необходимы. И переедание, сами смотрите, какое. Значит, здесь что у нас есть? Огурцы какие-то маринованные. 15 калорий, замечательно. Какой-то, опять же, здесь смотрите, что есть, допустим, копченая, этот самый бекон, яйца, сыр и булка. 430 калорий, та-дам. Но это меньше, чем здесь. Здесь еще есть чизбургер, квотер, чизбургер, квотер, фаун, чизбургер, 550 калорий. Все плюс-минус одинаково. Пойдем дальше. Значит, мы идем далее. Кофе есть. Давайте посмотрим вот такую чизкейк булочку. Сколько в булочке всего содержится. Сейчас мы найдем, где состав есть. Блин, куда состав спрятали? Там. А, 250. То же самое, что и в этом самом. Дальше все. Больше есть нечего. Здесь не написано калорийность продуктов. А, нет, написано. Вот смотрите, хот-дог 430 калорий. Вот они все. Все эти темы. В общем, на Тракстапе я пока для себя не нахожу здоровой еды, кроме как вот этой темы. Вот этот коттедж чиз, это творог по-английски. Здесь 90 калорий всего, протеина 13 грамм. Значит, здесь есть сахар. Короче, творог, это полезно. Сметана, sour cream, тоже полезно. Значит, здесь всякое масло. Хэм на любителя. Выбирайте еще это самое, какую-нибудь турки, ну, турку, либо курицу. И все. Я больше реально не нашел здесь ничего более-менее полезной еды. Но вот такое вот меню предлагает среднестатистический Тракстап. Есть выбор больше, там есть салаты, это вкусно, полезно. Есть яйца вареные, виноград, ну вот все такое. Ну вот в целом можно затариться. Есть молоко, шоколадное молоко есть. Все остальное, сами видите, ешьте, толстейте на здоровье. Так что захотите поесть, едьте не на Тракстап. И не на фастфуд. Набирайте в Walmart еды или в Таргете, где вам удобно. И питайтесь правильно, а не так вот, как вам предлагают съесть 4 сникерсных батона, набрать 200 калорий, из них 5 грамм жира и 17 грамм сахара. Ну все, пошли в душ. Так, давайте сделаем обзор на Cadillac XT6. Новая модель. Вот так он выглядит. Мне напоминает он новый Ford Explorer. Не знаю, как вам. По мне так дизайн этих ребят одно и то же. Что у Ford вверху фары, что у этого. Такой довольно большой, примерно одного размера они. Значит, здесь у него есть проекция на лобовое стекло, ВИН. Могу, кстати, еще Escalade показать. Он тоже довольно новый, открытый. Попозже посмотрим. Значит, пойдем внутрь. Давайте начнем, наверное, с багажника. Так, чтобы найти, как его открыть. Так, открывается он у нас. Что, неужели на эту кнопочку нажать? Нет.
Так, а вот кнопка. Нашел. Так. Ага, 7 мест. Довольно большой багажник. Здесь, ну, места не так уж и много. Наверное, сидушки складываются электрически. А, вон как. Интересно. Жмете кнопочки, и все складывается. Так. А, обратно? Обратно, наверное, руками. Пойдем руками. Сделаем. Да. Обратно руками. Такой багажник. Здесь подсветка зоны загрузки. А, ну, неплох. Неплох. Неплох объем. Закрывается. Все четенько. Все мигает. А, кнопки закрывания. Не сенсорные. Прям вот кнопки. Прям работают очень быстро. Так, здесь, чтобы не ударили другую машину. А, отделка. Отделка — такое дерево. А, дальше что у нас здесь есть? А, крепление детское и SFX. Какие-то здесь эти штучки, салфетки, кожаный салон, дырявая зона там, где вы сидите. Здесь климат-контроль на каждого человека. USB и USB-C. Здесь какой-то бокс для всего, что угодно. Дальше. Здесь ничего нет. А, панорамный люк. Черное. Все. Машина не новая, кстати. Машина не новая. Даже сзади есть USB-C. Эти самые заряжалки. Все такое синенькой подсветки. Ну и, собственно, салон. Салон выглядит следующим вот образом. Там есть секретка. А, панель тоже вся лакированная. Все дела. Сейчас мы закроем дверь. Вот. Музыка Bose, как видно. Кожаный руль. А, приборная панель не такая уж и цифровая. Вот обычные аналоговые приборы. Здесь все на таких вот кнопочках. Водительское место вот не сильно повернуто. Даже, наверное, вообще не повернуто к водителю, да? Люк. Есть люк. Значит, дальше пойдем. Сядем за водительский шлагбаум. Так. Та-дам. У него есть возможность раздавать Wi-Fi внутри машины. Так, сели. Полетели какие-то мультики. Там и там. Вот там. Так, все. Ключи у меня в кармане. Стартуем. Так, ну, тестирование стрелок. Окей, заляпанный монитор, сразу все видно. Так, давайте температуру сразу уберем на 74. Выключим. Включилось, окей. Можно здесь температуру уменьшать, можно здесь. Далее. Да, монитор, кстати, неприятный на ощущения. Прям вообще неприятный. Прям даже касаться неохота лишний раз. Уж не знаю почему, но, наверное, заляпанный из-за этого. Ну, довольно быстро работает. Довольно быстро. Окей. Собственно, здесь бардак, тоже USB-C и обычная USB карточка SD-шная. Здесь, видимо, заряжается телефон. Да, только что пиликнул, что заряжался. Ну и все, 14 тысяч пробега, более-менее руль, более-менее машина. Обзор, ну, обзор шикарный, как видно, да? Вот. Прикольные зеркала. В новом Escalade будет другое зеркало, вот без этой вот рамочки. Оно прям сплошным стеклом просто будет. Очень красиво. А, ну и все. Так, надеюсь, меня YouTube не забанит за этот звук.
Здесь все такое страшное и красивое. Так, вон телефон, главное, чтобы не оставить здесь. И права проконтролировать, чтобы были. Да, все на месте. Да, и даже на руле есть, смотрите, вот эти вот штучки. Ну, такие же, как на панели. Тот же самый рисунок. Довольно удобно сидеть. Отдельные кнопочки на люк и отдельные кнопочки на открывание этих самых шторки. А, и вот его можно убрать вот так. Ну-ка, а дальше как? А дальше все. Все, закроем, поехали. Все, погнали. На выезд. Вот. Вон оно как оказывается. Мы можем видеть, как мы выезжаем. И куда мы приедем. Да. Ой, у меня сиденье вибрирует, как парктроник. Прикольно. Пойдет. Для семейного автомобиля не супер гонка, но в целом поедет. Потихонечку, помаленечку. Да, проекция есть на стекло, все нормально. Тут какие-то еще системы есть, потому что я видел впереди радар. Есть подрулевые переключалки. Ну, не премиум класс, если честно, и не Mercedes, и не BMW. Я думал, будет лучше. Но в целом машина стоит от 50 до 70 тысяч долларов. Чё-то как-то нет. Мне кажется, лучше все-таки взять BMW или Mercedes. Будет более как бы чувственна машина, что ли, я не знаю. Ну точно Cadillac, но не мое. В общем, вот такой вот Cadillac. Ну, не знаю, вот эта вот огромная панель, нравится она вам, не нравится, вот эта вот площадка, она просто огромного размера. Вот. Все, мы паркуемся сейчас и будем задом заезжать. Все электронное, как обычно. Ну все, грузим и погнали. Ну все, я уже приехал на базу, мы все разгрузили, осталось завтра отвезти две машины и забрать на Кентаки мой трейлер. Поедем грузить нормальные машины уже. Не будем в дожди разгружаться по колено в воде. Все, спасибо, что смотрели. Следующее видео будет без звука, только музыка. И там будет просто технически, как загрузить машину в открытый прицеп. Может быть, будет кому-то полезное в будущем. Все, спасибо, что смотрели. Лайки, подписки и все остальное. Все трясется у меня здесь. Все, пока.